Это вот для внесения в кассу. GM, фирма американская. Их завезли 4, один мы ухватили в Россию. Единственное, конечно, будем менять вот это. Да лото, так сказать, как правильно. Вот, потому что все-таки разрезает сильно землю, выращивает. И здесь хотим, видели, в Тамбове ребята сделали, что прямой впрыск сразу диск разрезает и впрыск идет удобрение любого. То есть вы... Ну и, конечно же, еще волна играет большую роль. То есть у вас не устраивает большое разрушение почвы? Ну да. О. Зафиксируйте этот момент. Куда мы? Мы же не просто так приехали. Почему танкер, он вроде такой тоненький? Вот, кстати, из всех пристальных машин, которые вот выбирали Россельмаш, Богуслав, GM, Агриста, вот самый вот, тонкий вот здесь оказался на GM. И все равно он растет. И все равно, да. Все равно разрушает. Ну, да, ну будем с осенью пробовать менять. Сюда форсунку ставить. Ну да. Кронштейны вот они специальные, они есть. Просто впрыскивает это. Впрыскивает. Но, да. Короче, разрез в этом. В касс вы вносите уже по посевам. Да, по всходам. По всходам, да? Да. В этом году еще пробовали посой внести перед посевом полоски. И если, ну сейчас уже незаметно, а там, ну, когда, ну, в принципе, через месяца полтора после всходов уже видно прям полоски, вот где прошел вот аппликатор, они прям зеленые, прям сочные, насыщенные такие. Насыщенные. А рядом уже по 15 там, сантиметров отступаешь от этих полосок и уже бледнее цвет. То есть получается именно, ну, короче, чем ближе к корневой системе, тем насыщеннее цвет. Да? Поэтому надо еще будет добавлять секцию. На 35 сантиметров, думаю, сделать. Это у вас на 70, она? Да, на 70 подпрошено. Так, ну, перекроется, ну, тогда короче, возможность добавить есть, да? Ну, то есть, ну, это... Нет, не проблема. Нет, я имею в виду, на давление не повлияет, на техническую сторону ничего не повлияет. Нет, здесь насос мощный, все продавит. Просто разводку сделать еще добавить, все. Все понятно. Вот так должно получиться. Захват, ширина захвата 10, да? Не, здесь, ну да, она получается 11. Ну 11,16 рядов. Ну 16 рядов по 7 сантиметров. Если она американская, она дюймовых, наверное, размеров. Ну это да, она это так и было. Дюйма. Это уже сами ставили. Да. Так она идет у вас отдельная операция или при посеве? Вот? Нет, это уже подкормка идет. То есть после, вегетации. По вегетации. По всходу, в междуряде. Вы в междуряде сделать можно. Ну мы вот в этом году по междуряде уже работали по кукурузе. Сейчас по этим посмотреть можно, еще осталось полоска. Ну вот хотим на 35 сделать, ну, чтобы зерновые, да. Ну это думаем с осени пробовать. Ну не знаю, получится в этом году, нет, для вас. Что сразу полную дозу внести не устраивает? В смысле полную? За один раз? Да. Ну, а мы как? Как? Сеялкой, не? Сеялкой? Да. Да, ну, ну вот варианты есть, как вот у Precision Plating, это новый консил называется, еще один диск рядом идет в 5 сантиметрах, да, разрезает, да, полоску, и туда можно, допустим, в основную ЖКУ льешь, а да, в диск этот, за диском пойдет трубка также, и будет там выливать, допустим, касс. И вы сэкономите на проходе. Ну, опять же, это надо смотреть по пожнивным остаткам, и пойдет ли она, не будет заволакивать сеялку, вот в чем проблема. Да, ее весной поставить-то ее можно, но понятно. Вот, то есть вы сомневаетесь, вы, сработает ли это, насколько... Ну, не будет ли заволакивать, затаскивать. А вот это работает, то есть? Ну, это подсохло, это, всходы, ну, получили, там подсохло, уже подсохло, и в любом случае она, это будет работать. Понятно. И по всходам почему лучше? Потому что любой проход по сырости, ты понимаешь, да, уплотнение, вот, это уплотнение, да, уплотнение почвы. А это вот, да, перегрузчик едет, посмотрите. Все. Бункер перегрузчик, да? Нет, нет. А. Это для вам, для животноводства замена надо. КамАЗа. Это два КамАЗа. А почему взяли его? У него универсальное использование. Он зерно, сенаж, силос, навоз, гравий, песок, землю. Подвижные борта сейчас посмотрим. А к нему еще взяли вот этот. Вешается. Вот этот. Это под навоз? Да. И, короче, разбрасываешь навоз уже. Ну это... да, уже у нас там накопилось навоза. Да, я думаю, это отлично вообще. Ну да. GCP-шка есть, да? То есть многофункциональная, да, вся вот эта сагодня, да, ты можешь и зерно, и навоз. А что ж, я куплю разбрасыватель, где не будет стоять мне год. Представляешь? Ну сейчас пойдемте выглядим, да, его, да, разгружается. Отлично.
заднее колесо подруливающее. Белое золото. В этом году ячмень мелкий, у меня такого никогда не было. Что гора сделала. Ну вот подвижной бок пошел. У нас как в Формуле-1, подготовку сейчас увидишь, как переоборудование, птичка. Ну, где-то 21, может, 23. Стандартная, да, она востовская, да. Из-под комбайна. Сильно низкого давления. Да, да, да. Это специально. Да, и заднее подрулище колесо. Понятно. Он сейчас будет выезжать, оно да, подрулит. Шины низкого давления. Да, и чтобы не стиралось, да, и на почве. И он под комбайном ходит. Только КамАЗ на углу стоят, а его под комбайн, и он как перегрузчик. То есть он вместо бункера перегрузчика идет у вас? Ну, его, да, можно использовать. Вот. Для начинающих наутилов. Стриптил. Не надо. Да, да. Технология стриптил. Угу. С чего мы начинали? Ну, то есть вы с этого начинали? Не, ну как, вспашка, да, потом минималка. Потом на стриптил. Потом да? Минималка наелись, потом стриптил, да. А потом наутил. А потом думаете, да зачем вот это все, да? Ну, естественно. Зачем работать больше? Ну да, зачем солярку жечь время? Разупаковщик. Зачем? Это гидробак. Здесь получается от вома. Как бы получается вом вращает же на гидронасосы. Вот. Угу. Вот. А вот он и сам насос получается. Наверное, у меня точно так же. Просто не. Вот не... он. Основной насос. Не, у меня есть разупаковщик. Мне кажется, у меня не такой. Да, они разные конструкции, в принципе, один и тот же, просто разные. Да. Шнеки могут по-разному там, но... Ну, да, мы загружаем, у меня, знаешь, этот лоток КамАЗовский, вот КамАЗ с прицепом приходит, и, короче, высыпаем, где-то 15 минут у нас в мешок, а распаковываем, ну, наверное, минут 10. КамАЗ. А я им упаковываю, я, знаешь, как делаю, краном поднимаю его. Угу. Вот там стоит из-под удобрений 8-тонный рум. Ага. Помнишь, российские, да, румы, нержавейки? Угу. Сюда его в этот корыт ставим, и зелок подъезжает. И упаковываешь, да? Потому что не хватает. Понятно. Немец видишь? Приехал, вот, с Ахбага. И мы фасуем. Он
удачу. Зафотографировал. Посмотри, идею. Ну да, она же двигается тоже, да, получается? Да, нет, трактор протаскивает вместе с этим. Лоток пустой чего-то. А мы там еще колеса поставили. Ну понятно. На того уровне. Да вон он там стоит. Классная штука. Да. Выдержит, не выдержит. Да, для тебя нормально. Да, нормально. Вот такая. Ну, ну когда больше 100 гектар, уже тяжело. Не больше. Не. Поэтому 30-50 это а сказка. Сколько будет стоить? Ну, 1250, наверное. А. Ну, это 3. Когда ты брал, сейчас, я думаю, уже побольше. Это что такое? Это Кристалл, Лемкин фирма, когда по минималке работали. И здесь стоят лапы 3-микс. Такого... Редко у кого я видел, но это я когда брал, там было всего 3 культиватора таких. Вот они, лапы 3-микс называется. Они получаются на скорость, когда едет. Майкла Джексона. Ну-ну-ну, и функция этих. На скорость едут, и они, получается, оборот делают. А, то есть оборот... И закрываются пожненные остатки. То есть получается так же... Это скоростной культиватор. И пожненные остатки переворачиваются и, да, вниз. И земля, да, и земля черная, да? Да. Все, ну, понятно. Прикольно. Ну, опрыскиватель глянем. Александр его видел, да? Опрыскиватель в прошлом году. Ну да. Здесь вот у нас много распылителей, но сейчас вот 3. Это инжекторный распылитель на 100 литров. Это двухфакельный на... он промытый. Это двухфакельный на фунгицидный. И вот он 3D, разработка Сингенты новейшая, на 50 литров 3D распылитель. Он вот так идет, этот вот сюда идет. На 50 для раундапа, да? Ну, 50 мы гербицидами работаем, да. То есть... И ветер снес, как бы. Но они больше функция, как фунгицидный гербицид. Это его. 3D распылитель называется. То есть на 50 и тоже по, короче, гербицидными по культурам тоже на 50 работаете, ну, да? В общем, здесь и гербицидный, и инсектицидный 50 литров льем. Так, не все, да, все инжектор, да. Это по ветру, да? Да, ну, да, вот сейчас мы работаем. Да, значит, и этот идет... Этот, фунгицид двухфакельный. Двухфакельный, именно, ну, чтоб капля была больше, да? Или диссекацию, или этим делаем, или этим. Ну, сейчас ветер пошел сильный, вот ветра инжектором приходится. И каждая отключается форсунка. Каждая форсунка, по, да? Форсуночной. По форсуночной, не секционной. Не по секционной, да, это, да, чтобы, да, не было перекрытия у вас. Правильно? Да, да. Экономия страшнейшая. Он за год себе купил. Если по 6 опрыскин делаем поле. Ну понятно. Да, я видел монитор. Или другое подобное видео. Здесь... Что на скорости шел, неровное поле, он что-то копирует, да? Ну, нет, здесь датчиков нет. Да. Здесь привод насоса, вот, колеса. Это от колеса. Карданом. Чем быстрее идет, тем мы. Независим, нет. Делает 5 километров одно давление, 20 километров одно. Второй компьютер, третий. И автоматический руль у него, электрический. В общем, механизатор не рулит на МТЗ. А, то есть, обожди. Без, ну, подрулька не шариковая. Он разворачивается, механизатор? Да, а, обожди, разворачивается. Обожди. Первый проход надо только проехать. А, вы отбили. И все, и он подъезжает уже, где опрыснул. Хоть боков, у нас контуров нет квадратных. У нас все вот так. И вот он подъезжает, раз, и они прям...